Судебное разбирательство по взрыву на Бийском олеумном заводе завершено. Спустя 2 года после трагического происшествия суд вынес приговор виновному. Им стал главный инженер предприятия. Напомним, взрыв произошел 17 января 2017 года. При демонтаже одного из зданий завода группа рабочих обнаружила в фундаменте металлическую деталь, содержащую смесь взрывчатого вещества. Как выяснили следователи, рабочие сообщили о находке начальнику участка и главному инженеру. Последний, вопреки всем требованиям техники безопасности, приказал продолжить демонтаж. Вещество сдетонировало, когда рабочие попытались достать деталь перфоратором. Трое получили ранения, один скончался. В ходе предварительного следствия главный инженер своей вины не признал. В итоге он приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно за нарушение правил безопасности, повлекшие смерть по неосторожности.